Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас воскресенье, игрушка на посмотрелку под названием Gundam Battle Assault. Гандон какой-то атакующий, я не знаю, от разработчика, в общем, Natsum, издатель Bandai. Да-да-да, 2000 года выпуска в жанре файтинг. Короче, подеремся немного, давно уже не дрались. Нашел какую-то эту самую, я не знаю, посмотрим сейчас. Так, ну давай story mode. Зачем нам VS mode, если у нас есть story mode, и нам опции, я думаю, не нужны. Разберемся по ходу, будут нас бить. Будут на то очень сильно бить. Hero. AS-19X, что такое? Next. Кажется, война еще не закончена. Кто-то там abandon. Короче, это самое. Одеваться вот эти мобильные костюмы в гандонов. Так, хорошо, а я могу любого выбрать. This isn't bad. А что такое это, слышишь? А, то есть я, короче, одним чуваком, только хером каким-то, я выбираю себе тушку. Только как, а покажите мне, какая она с виду, потому что вот что это, какая она там будет, я не знаю, что это, блин. Что за BDSM? Юбилей. Гроза. Кпоуда. Зизи Гундам. Хайкок. Сазаби Васаби. Зегандон. Захуй. Кьюманта. Манда. Вингандон. И за Оу. Так, хорошо, а кого такой хотя бы по виду немножко? Что, блин, они какие-то. Давай за хуя возьму. Ай, блин. Окей. Старт, скип, погнали. Го-го-го, мне надо драчку посмотреть. Так, я за хуем играю. Есть какие-то суперудары? Я не знаю, что-то нажимаю. Так, у меня жизни есть вообще? Все, завалил меня, да? Что ты делаешь? Я не понимаю, что я делаю, ну да ладно. Нифига себе! А здесь блок какой-то есть? Уу, что произошло? А где же, сколько у меня жизни? Ничего не понял, ну да ладно, окей. Я все кнопки нажимал просто, и я победил каким-то хером. Кто тебя послал? Меня послал к замок. Так, Сазаба, давай с Сазабой. Блин, еще не пойму, как это вообще. Ты вроде как бьешь, а у тебя вот это вот текстурки, вот эти вот 2D-шные. Что ты делаешь? Я не понимаю, что делать. Я, короче, все кнопки нажимаю. Я промазал! А что 2-3? Суперудара 3, да, есть. А как их делать? Я как-то сделал суперудар, но я не понял, как его сделал. Так, хорошо, завалили еще одного. Next. Следующий. Не люблю такие вот файтинги, если честно, вот эти 2D-шные, вот эти вот рисованные, потому что у них получается, у тебя есть текстурка, да, но при этом тебе, чтобы попасть рукой, например, тебе нужно попасть где-то уже за текстуру противника, чтобы тебе урон. То есть ты можешь вот так вот, типа, текстурка попадает. Ух ты, блин, смотри, какой чувак.
Я не понимаю, что я делаю, ну да ладно. У меня есть fire. А, оверхед. Меня завалили? А, не, я завалил, окей. Было бы еще интересней, научиться суперудары какие-нибудь делать. Что за обезьяна? Короче, вы поняли, да, как, что я говорил? Текстурка накладывается на противника, но при этом урон не прилетает, потому что тебе нужно чуть-чуть дальше понимать вот этот вот зазор, что текстурка меньше, чем сам удар. Вот эти длиннорукие, да? Вот что это? Так а как он так делает? Нифига, вот это красава, блин, вообще, видали? Видали, как он увернулся от всех выстрелов? Вообще так прикольно было. Такой, ущу. Как он так высоко подпрыгивает? Так можно? Что-то, короче, у нас тут какая-то есть история. Он что-то всех бьет, что-то хочет узнать, наверное, доказать кому-то, что это такой худощавый чувак. Херо, который... Блин, там, что за этот самый... что за звук плохой? Пока что все нормально. О! Нихера ты маленький. А как его бить? Нихера себе. А как его бить-то, алло? А, я понял, как делать суперудар. Только у меня нету уже силы. А есть какой-то блок? Ну, я этого не завалю, вы чё? У меня не хватит с этого. Тем более, он меня может бить как угодно. Стреляет и бьет, а у меня-то не хватит. Мне не хватит спешала, чтобы его захерачить. А вручную бить не вариант. Может, как-то зайти за него? Вот как-то сделал, как? Не, я не успеваю. А блок здесь есть вообще, интересно, или нет? Я не успеваю просто его завалить, а ракеты-то дохера отнимают по этому, по жизням. Очень дохрена. А блок? Нужно сейчас посмотреть, блок есть или нет. Сначала. Так, какие-то есть эти. Нихера себе он отнимает! Нету блока. Нету блока. Нету блока, придется как-то так бить. Только я не знаю, как у него это 4 жизни. А как его вообще реально завалить или нет? То есть вернуться от его атак не получится, потому что у него наводящие ракеты, плюс лазеры есть, которые в любом случае попадают, потому что они на мою сторону забивают два этих. Вот, видишь? Вот как его. Тем более он еще и ногой, сука, своей бьет. Да блин, как он попадает-то, если... What the fuck? Да не-не-не, это нереально. И тем более еще бьет, когда я лежу. Он еще меня бьет, когда я лежу. Вот это нереал будет. Я даже у него одну хпшку не сношу. Так мне не хватит все равно суперударов. А как его завалить-то? Как?
Какие есть варианты? Как его завалить? Я на ту сторону перейти не могу. Уже все. Да он еще же перебивать меня может. Прикол в том, что он перебивает меня. Он еще перебивает мои атаки. То есть если я делаю спешл, он перебивает своим спешлом. А я не могу его перебить спешлом. Есть справедливость? Конечно же есть. А где же ее нет? Как же его... Подожди, тактики пока что не понял. Пока что тактику не понял я. Борьбы с ним. Сука. И все, он одним залпом ракет убивает мне полную хпшку, сносит полную хпшку. 100% хпшку. Смотрите, как супер удар интересно сделать. Классно. Он два раза сделает просто вот этот спешл свой, и все, я проиграл. Блин, он просто идет на меня. Он просто на меня идет, и все. И он мне урон наносит. Он просто вот так идет вперед. Получается еще плюс прикол. Он просто идет вперед, атаку не нанося, он меня урон наносит. Просто идя вперед. И все. На ножки нельзя ему натыкаться. Прикол, вообще прикол. Это, конечно, интересно сделали. Молодцы. Очень даже. Вот смотри, он просто идет. И все, у меня уже хпшки нет. Какая практика тебе нужна, блин? Как ты против такой туши, которая просто идет вперед и тебе урон наносит? То есть ему даже атаки не нужно наносить. Он просто будет вперед-назад вот так ходить, и он меня завалит, потому что у него 3 хпшки. Да смотри, смотри. И все, у меня уже пол хпшки нет. Просто он 2 раза прошелся, и все. Я что я делаю вот это вот? Я не понял, что я делаю. Какой-то рывок этот, и у меня он хпшку сносит. Какой-то рывок я сам делаю, какую-то херню. Я не пойму, что это значит, но это прилично отнимает хп. И я нажимаю эти кнопки, и он постоянно вот этим херней страдает. Мне хпшки нельзя терять вообще. Вот это, вот от этого как уйти? Это жесть просто, я ничего не вижу там. Да, 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 он еще и так будет меня дебить, ага. Завалил, прикинь. Жесть. Это же... Да не, это ну его нахер такие. Не люблю такие боевки, где у противника явное преимущество. Ну просто ты тупо чисто можешь на рандоме выиграть. Но тут нужно было ему за спину как-то заскочить. Получилось у меня заскочить у него за спину. И ну все равно, если бы он еще раз ракеты выпустил, то мне все. То мне все, мне край. Что, это был последний босс?
Target confirmed модуль Мелла за Гундом. Нет, это еще не последний чувак. А что тут такой здоровый был? Где такой здоровый чувак водится? Я тоже таким хочу, что который просто ходит по территории. Плохо, что здесь блока нет. Плохо все, да? Опа-на, я какой-то топор сделал. Что за херня? Да как ты меня в воздухе бьешь? Он меня завалил. Я не понял, как он меня в воздухе постоянно бьет. Я ему не могу в воздухе бить. При этом я делаю атаку, его в атаку. Ну, то есть я его атакую. Бью в воздухе, а при этом он разворачивается и меня бьет, когда я после атаки приземляюсь. Это что, нормально вообще? А чего у него так жизни много? Так-то, кстати. Я не понял, это уворот какой-то или что это значит? Сука, у него жизни много. Да что ты делаешь постоянно вот этой херней? Промахнулся, блядь. Блин, перебивает, вообще жесть. Да, это тоже будет сложно. Ну что, у них опять же жизней побольше. И плюс он меня перебивает еще. Может перебивать мои атаки. Я не могу его атаки перебивать, он мои может. Это сложно придрочиться к такому. Тем более атак нету. То есть атаки 4 кнопки. Вот что это за, блядь? Вот что это за... Вот что это, вот это, вот что это он... Вот что это он делает? Вот что это? И у меня жизни, смотри, как уходят. Чё за прикол, блядь? Это когда две кнопки нажимаешь? Это когда две кнопки нажимаешь, какие-то... Любые две кнопки. Квадратик, треугольник, там, квадратик, x квадратик. То есть без разницы какую... И он делает вот эту штуку, только я не пойму, что она значит, при этом у меня хпшка сносит, это просто дико. Ты надолго там? Блять, он перебивает, сука, он, сука, все перебивает, смотри. Он, сука, все перебивает. Он все перебивает, педрила. Нихера себе, атака так-то маленькая, да?
Да не, тут, ну блин, как можно драться с чуваком, который все перебивает? Ну, реально, ты бьешь его, а суператака, хератака, похер. И он просто своей перебивает. И у него нет такого, что ты его начал бить, и какой-то камбуха продолжается. Он может в любой момент тебя перебить. Вот эта штука у меня бесконечная. Видишь, я не успеваю сделать это. Блин, что ты? Блин, он первый, сука. Что? Ай, бля, что сейчас было? Что? И почему у меня супер прием сделался, но пули не полетели? Ай, сука, что за хуйня? Ебать его нахуй! Вот это пиздец, блядь! Просто в конце сделал спешл и просто пули не вылетели. Я ну его нахуй такую, блядь, вашу хуйню, пацаны! Пиздец, просто пиздец. Да, конечно, ты будешь 10 тысяч раз это делать, ага. Он перебивает, он все перебивает. Смотри, почему? Вот что я, почему я сейчас упал, а он нет? Пиздец какой-то. А, понятно. Кто кого? Друг друга. Ничья. И чё, я проиграл? Я же в любом случае проиграл, это ж так всегда. А, не, нихера себе. Я выиграл. Не, ну это, конечно, тупо максимально, блин. Я понял, почему у меня патроны не вылетели, потому что у меня спешл закончился по очкам. Да. Не повезло. Что ж ты сделаешь? Такое бывает. Сука. Такая тупорылая игруха реально. Пошла нахер. Я понял, как их бить. У меня есть спешл, который не использует ни хрена. Вот этот, который он минки кидает, оно ничего не расходует. Поэтому ими нужно пользоваться постоянно, потому что они как щит перед тобой стоят. И пока его бьет, его можно сделать этим, атаковать автоматом. Пока оно их долбит, короче. Но это не всегда, я думаю, сработает.
Что там следующий? Блин, какой-то. А, блин, здоровый опять, да? Не Уэзель. Блин, опять этого кабана какого-то бить, да, на пол экрана. Да ну да. Которая просто, блядь, будет сейчас перебивать меня. Блин, смотри. Не, этого уже не за... А потому что, видите прикол, он просто стоит вот так вот и долбит меня, долбит и долбит. И я, ну, я не могу даже спешл успеть сделать, потому что он перебивает атаку. Вот это будет сейчас сложно. Я не понял, как спешл сделать вот этот, который... Ну вот и что мне делать сейчас? Я не, даже не успеваю встать. Я не успеваю сделать. Прикол. Не, ну этот уже будет посложнее, потому что он, во-первых, не двигается. Он встал передо мной и просто меня долбит в углу, зажал и все. Тут уже будет как-то... Ну попробуем сейчас этим прыжком. Может, я попробую ему за спину зайти? Может, получится так, как с этим? Вот сука. Блин, это кнопка. Блин, я не туда нажимаю. Да не нужно мне практиковаться, здесь чистый рандом. Там не... Он просто встает в углу, просто меня... Я встаю, а он уже сразу атаку делает. И он просто не дает мне даже встать. Пиздец. Ну вот я только встал. Я не вижу, где я. Где я что-то... Блин, задолбил его, смотри, даже жизни не потерял. Что за херня? Я что-то стал, не вижу, где я. Все кнопки нажимаю, что-то сделал. Короче, как-то выиграл. Вот это было на рандоме сейчас. Я не понял. Он меня не бил. Вот прикол в том, что он меня не бил сейчас. А если бы он стал просто вот так одной кнопкой долбил бы, я впал, упал, встал. То есть, и он не давал бы даже встать. Нихера себе, псайхо, смотри, какой огненный чувак. Вот это сейчас будет жопа. Где жопа? А там еще какой-то в воздухе у меня атака. Ого! Еще какая-то в воздухе атака была. Он блок ставит? Серьезно? Он блок ставит. Я не могу сделать почему-то супер прием. Не, этот сложный реально чувак. Он еще, он как-то блок делает. А как блок? Он как-то блокирует. Он, я видел, он блокирует атаки. Только как, назад? Просто назад? Давай попробуем. Он как-то блокирует. Он что-то ссыкует еще. Нихуя себе.
Хера себе, блядь. А почему ты не делаешь? Да блин, как он так... Не, ну это нереально. О-хо-хо-хо! Нихера себе, у него какой длинный этот, и еще на пол экрана, и сколько энергии отнял. Пол хпшки, ты че, блядь? Че за прикол, блин? Так он может стать таким одним ударом просто бить. Бил бы у меня такой удар, я бы тебя захерачил, чувак. Отвечаю. Блядь, чё за приколы? Блин, два удара и пол хпшки нет. Два удара. Пиздец. Да ну да. Да, это, конечно, будет сложно. Этот реально чувак стоит. Да, он еще и блок ставит. Сучка. You need to practice. Не нужна мне практика, потому что у чувака два удара и пол хпшки нет. У меня 10 ударов и пол хпшки нет. Блин, тут есть разница, блядь, а не практика. О, все, у меня уже хпшки нету. Блин, вот смотри, вот я делаю атаку, вот я реально делаю, сука, атаку, вот смотри. И он меня может перебить в воздухе. Прикольно, он одним ударом меня выбил всю хпшку. Ну, там была одна атака, типа, снизу вверх, но получилось три удара, но меня всю хпшку сняло за раз. Класс вообще. Я не знаю, как его сейчас пока что бить. Да сделай ты нормально комбуху эту. Почему он то делает, то не делает? Не, ну это, конечно, прикол. Да блин! Куда ты вниз? Так, а все, фаера нет. Уху! Хорош апперкот. Завалил таки. Но это, конечно, сложно, реально сложно. Интересно, можно как-то энергию дособирать, если она, например, закончилась, какую-то комбинацию нажать, чтобы у тебя во время боя появилась энергия, интересно, или нет? Но, скорее всего, что так нельзя. Кто там дальше уже? Блин, еще какой-то гидра какая-то, нихера себе, какие... Опять здоровый, да? Почему они все больше меня в два раза? Да, тут блок есть. Назад. Да, он этот блок, в принципе, ничего и не делает. Он, в принципе, сильно не это. Не понял, а что у него блок постоянный? Thank you.
Блять, он перебивает, сучка. Блять, закончились патроны. Он что-то сделал интересное, короче, и при этом меня завалил. Не знаю что, но что-то сделал. Очень интересное, мне понравилось прям. Ему там на один удар было. Но я просто, проблема в том, что я не могу перебивать его атаки, а он мои может. Я бы его завалил, если я мог это делать. И все. Но я не могу это делать. При этом он блок, сука, ставит постоянно. Как сделать суперудар-то этот гребаный, который сильный? Я не понял, а что у него жизнь еще одна, или там же вроде красная, ему же на один удар оставалось. Почему он живой? Я же его бил после того, как у него красная жизнь. Я же его ударил и не раз. Какого хера он не сдох? Или там у него бессмертие какое-то время, я не понял, когда у него красная уже эта полоска. Да блядь, чувак, я тебя бью, и прикинь! Или ты не прикалываешься? Пидорас, блядь, отхуярил просто в сухую. Говно. Я не знаю, я там что-то нажимал, там такие комбухи выдавал нормально ему. Че, живой? Да. Короче, игрушка прикольная, но вот эта динамика на вот этих 2D штуках с такими текстурами, когда у тебя туша на пол экрана, и ты не понимаешь, где у тебя, скажем так, хитбоксы вот эти вот. Они же всегда неправильные, эти хитбоксы. Финал. Clear time 23 минуты. А почему 23 минуты? У меня видео идет 40 минут, 23 минуты clear time. А, клир это совсем от начала до конца, типа, окей, я понял. Тут не учитываются переигры. Would you like to save your clear data? No, 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 no. Не хочу я это говно сохранять. Короче, ну, игрушка такая прикольная, скажем так, но слишком динамичная. Шоткат. А ну чё, пока и конфигу. Так, и что, Strong GP, треугольник, Weak GP, КП, КП, Strong GK, КК, да, X-Baller, Трастер, что такое Трастер, ускорение, Dodge, а Dodge нету, подожди, в смысле, а почему Dodge нету? Или Dodge это L2R2? Thank you.
Чего? А, подожди, это у нас второй игрок. Вот нас слева. R1, R2. Есть трастер, а доджа нету. А чё доджа не было? Вот так надо было делать. А ну, сохранилось, нет? Сохранилось. А ну, подожди. Что такое додж, мне интересно? Я знаю, что это автомобиль. Это у ворот додж. Так, здесь нету практики, тренировки нет, это очень сильно плохо. Блин, так а тут два плеера. Твою дивизию. А, сука, бля, что нельзя, ни практики нет, ничего, я теперь назад не могу ничего сделать. Сука! Ладно, короче, давайте тогда на этом закончим. Ой, заколебался я уже, если честно. Такая игрушка под названием Gundam Battle Assault. Там еще вторая часть, когда-нибудь посмотрим. Короче, не знаю, такой файтинг посредственный, 2D-шный или мультяшный рисованный. Динамика непонятная, когда... Не люблю такие файтинги, когда непонятно, тебя бьют или ты бьешь. Вот, когда вот этот замес, два вот этих вот непонятных спрайта больших, и ты не понимаешь, кто кого бьет и кому урон приходит, в общем. Короче, все, всем спасибо за просмотр, ссылка в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующей посмотрелочке какой-нибудь воскресной, всем пока!